Всем привет! Ну что, мы приехали на море, на пикник. Но что-то за последние 2 недели это место стало намного хуже. Стол, который здесь стоял, разломали. Вот это все, что от него осталось. Тут тоже место занято, там занято. В итоге ничего нет. Тут и бревнышки были, и сидеть можно было. Только мангал остался, и все. Витя с Сережей поехали посмотреть чуть-чуть другое место подальше. Вот Марик. Марик, зачем ты вещи пачкаешь? Пожалуйста. Ой, не знаю, столько собирались. Просто у нас опять, как обычно, 1 000 000 пакетов. И все это обратно тащить куда-нибудь не очень хочется. Но с другой стороны, в песке тоже сидеть без стола, без всего не хочется. Мы рассчитывали на другое, а получилось как всегда. Да. Тут тоже занято, если бы еще занято не было. Не знаю. Зато зачем море хорошее. Владик, не делай. Море шикарное. Еще сегодня, завтра обещают тепло. Сегодня вообще 34 градуса. А уже потом с понедельника будут дожди. Так что надо может купаться. Быть, а вы чего расстроились? Хотим купаться. Купаться? Сейчас папы приедут и пойдете купаться. Сейчас. Алексей, скорее всего, купаться не будет. Ему через час на занятия по танцам. Сережка, когда за ними поехал, с ними поехал. Владик, не делай, пожалуйста, пыль поднимается. Что? Ничего. Ты его оставишь и потом сюда приедешь, да? Или нет, как? Нет, я уже подожду его. Смысл мне туда-сюда кататься? А что, ты 2 часа не будет тебя? Час. Почему час? Час занятий. Может, туда спросите? Час? Да, ну знаешь, как быстро проходит время. В итоге мы с Дианой решили ехать в Шицхвару. Ты пропустишь танцы. Выхода нет, а что делать? Все сумки перетаскиваем. Ничего страшного. У нас все как обычно. Я вот тоже не могу. Я смотрю, а их все нет и нет. Ну не можем мы без приключений. Сначала решили в Шицхвару, подняли сумки. Потом мы с Дианой уже психанули, сказали, будем тут сидеть. Обратно их спустили. Потом Сережа приехал и сказал, что мы едем в другое место. Тут рядышком, где Гумиста, Киласур в море входит. Витя там остался. Витя там что-то дрова собирает или еще. Там палеты есть, тенечек есть. И гречка вонючка. Да. Стас, Лена уже нас ждут, когда мы заберем их с гостиницы. А мы еще не доехали до места, где мы будем сидеть. Видишь, да он там. Вы на танцы в итоге тогда пойдете или нет? Самое жалко, что вообще будет на танцы. Давайте не пойдете. Самое жалко, что там нет у меня. Давайте мы не будем уже ругаться. Уже настроение и так подпортилось. Изрядно подпортилось. Это совсем ругается, потом уже легче. Потом... Ты за это надо... далеко нас везешь, чтобы никто не мог уйти, потом, знаешь, психануть и уйти. Тогда еще с форс-фару надо было ехать. Тогда думал, все машины затерлись. Я обиделся, если машина. Сколько людей с мокопляжа. А сейчас тралик туда поедет, сейчас обратно они будут его ждать. Ой, жара. Что, мы ехали и наконец приехали. Все, здесь будем. Да куда мы приезжали осенью, еще когда Сережа был в Торецке. Никит, замучили ребенка, да? Никита, скажи, что за чокнутые родители мне достались? Да? Спать же хочешь? Мы в тенечке прячемся. Там тоже тенечка. Там я коляской проеду по мостику? Вот все. Мне нравится здесь. Купаться, правда, нужно будет подальше отходить. Но не страшно. Тут уже костер. Нет, они только уехали, папа. Папа только уехал. Собака? Ты красивая такая, да? Ой, какая классная. Витя уже на речке искупался. Я тоже хочу.
Такая жарища. Ну и хорошо, можно и в речке, и в море. Вообще шикарно. Дети вообще... Заходите, да, можно. Наши дети первый раз купаются в речке. Вода, наверное, прохладная. Они еле-еле. О, уже палет идет вместе с Витей. Так, Никита, кушай и давай спадки. Первый раз в жизни Алексей искупался в речке. Обрадовался, да. Марик тоже. Я сейчас в бинокль тоже смотрела. Там палаточный городок какой-то. Да? А Максим? Вон Диана тоже в бинокль смотрит. Точно. Этот бинокль пока настроишь. Купайся, купайся. Я сейчас тоже пойду. Чуть-чуть надо охладиться. Аккуратно, камни могут быть скользкими. Нравится в речке? Да. И на одном месте, да, из-за течения. Все, я пошла тоже. Сейчас уже Сережа приедет. Наконец-то все соберемся. И прошло и полгода, называется. Я уже сама в речке 100 лет не купалась. Приехали. Я так и не искупалась. Что-то вода холодная, Диана, ты знаешь? Да. Нет, если привыкнуть, то нормально. Сейчас зайду я. Ничего страшного. Да, конечно. Хорошее место. Телефоны не надо на сиденье. С гитарой. Наконец-то мы увидимся. Да, и завтра будет там. Вот Мария, у меня сестра, тетя, мама, они ходили. Шампур могу один дать, длинный растянет. Но они прям... Дай ему соску. Не хочет ни соску. Он вообще что-то не хочет спать. Шашлык жарится. А здесь еще кукуруза печеная. Максим, а ты чего не купаешься? Холодно? Ну, сейчас вместе пойдем. Мне тоже было холодно. Я сначала не зашла. Ой, шикарно. Сейчас еще в море можно будет пойти искупаться. Что? Пойдем искупаемся? Нет. Давай. Вань, смотри, как делать. Голову не мочи, а просто ныряй, голову не засовывай в воду. Она сама просто так. Окунись. Или на спину перевернись, и как кораблик. Будешь мы с Мариком соревновались, просто кто быстрее до этого камня с того проплывет на спине. Просто я лежал и угрёл. Просто лежал? Да, там течение меня унесло. Прикольно. Максим, тут арматура, она тебе... Аккуратно, Максют, не надо. Тут, не ковыряй. Острый конец. Она копалась, он сам ушел. Бабочка. Максим, смотри, бабочка. Кукуруза, твоя любимая. На косты. Смотри сюда, Максим. Вот это вот колючки. Сюда не наступай. Папа, шашлик по его дичку. Чтобы не загорелось. Сейчас еще сосиски и вперед. И сейчас будем сейчас кукурузу кушать. Ага. Марик поперся удочками. Ну, хочет рыбу ловить человек? Я тоже буду. Тоже будешь? Одна собака поплыла, и вторая за ней.
А там такое течение хорошее, прям сносит. Маршмеллоу жарить будете, дождались, да? Я хочу, я просто осел, там ручку, все, удочку завязал. Сейчас, папа. Владик! Никита спит. Собака. Я вам все сделаю, не переживайте. Это моя. Давайте попробуем заделать. Он наполовину уже распадает. Да. Он постоянно бегает. На школу-то, которая дети приходили. Салфетки сейчас. Две влажные салфетки. Вот такую палку найди помощнее. Вкусно? Вот пожарили, это. Подгорело. За одну секунду. Ты весь грязный. Съешь его, маршмелло, больше не хочу, а воду хочу. Алексей, покажись. Покажись. Дай. Я купаться сейчас буду. Я тоже. Дай мама, мне чуть-чуть тоже попробуй. Оно за секунду сделалось. Ага. Ос очень много. Вон там, посмотри, где Владика, вода в сумке. Давай, Дианочка, давай, мне шашлык. Я там зажала. Да, возле себя дальше. Посмотри. А, я вот рукой можно вам положить? Худеет, на гречке, да? Я руками кладу. Я переживу. Все, слушай, Диана. Ну так пускай лежит пока. Спасибо. Это тебе на целый день. Не дай мне кусок. Больше не выдашь. Тарелку дай свою. А ты тоже ешь. Кукуруза шикарная. Говоришь, что это, потом пьяный уходишь от нас. Температура, то есть жара вот спала. Попробуй. Ой, а я еще один хочу какой-нибудь вот такой. Ну, пошел. Все, пошел. Место? Нельзя. Хлеб и все остальное не хочет. Шашлык с кайфом. Но. Вот вода. Они даже кушать не хотят, дети. Антисептик тоже есть в машине. Да ты-то нету. Собака. Будешь сидеть. Замерзли уже, сюда идите. Я на троне не думаю. Кота, которая ходит ко мне постоянно, тычет своим носом. Мне но не домашний, как нельзя. Не, у меня собака тоже, я ее держу, могу есть. Я вчера объездила весь город в поисках вот этих солений. А мне сейчас их привезли. Супер. Теперь я знаю, где они продаются. Ничего себе, даже томатные. Тут у нас картошечка, шашлычок, овощи. Пошел. Вот это тоже очень вкусная штука. Что? Я в воде привык. Привык уже, искупался? Да. Молодец, только потише, пожалуйста. Никитос спит, хорошо? Кушать будете сосиски? Шашлычок? И кукурузу. В принципе, стоит, вы можете купаться. Потом мы уже вам Максим! Попробуй, какая кукуруза шикарная. Ты такую не кушал. Вкусно? Она с маслом. И соленая. Нет, она не как обычная. Они там, иди. Чуть подальше этого места, где мы сидим, тут такого течения нет. И Максим здесь уже купаться хочет. Ну, заходи. А старшие тапки где-то потеряли. А мои нет. Заходи купаться. Вы в воде их потеряли или где? А? Максим, заходи купаться. Я кушать хочу. Глина.
Заходи, Максим, давай, я ж тебя жду. Давай. Иди, иди. Тапочки сними, вот тут положи их и заходи. Иди. Где вы их оставили? Вот Марика. Это не мои. Это мои. Я помню, у нас было тут. А это что? Какой-то куб. Заходи, давай, давай, давай. Купайся. Нашли тапки, ура! Вы можете мне объяснить, вы купаться будете или кушать пойдете с нами? Что за куб? Там вон реально куб. Вот он. Вот он. Вот он. Вот куб. Аккуратно. Нет. Это нет. Большой камень нет. Просто. Нет, ты можешь в него внутрь стоять. Давай руку пойдем. Мама, я тебе хочу там купаться. Там нет течения и там вообще нет камней. Можно туда пойти? Нет, там мы за вами я смотреть кушаю. Не будем. Пойдемте покушаем, пожалуйста. Реально, смотрите, пойдем, слава Богу. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Я что-то самого тихо упал сюда меня. Расстояние для бомба чуть нету. А ты босиком сюда пришел, Максим? Нет. Как нет, если ты босиком? Я не могу есть кукурузу, потому что у меня зубов нет. Зубов нет? Без зубик. Аккуратно. Проснулся. А собачка тут. Ну, железный мой был. Первый раз пахану дали, он настраивал. Вдвоем с тобой куда-то мы идем, а я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову. Еще одна собака пришла. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары. Но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Я тоже не знаю, как только песню. Я не знаю. Ёма, вот деревня, Ёма. Витя дрова носит. Давай, каждый по рейсу. Смотрите, он своего друга привел.
Нравится? Давай, до свидания. Никита, ты подпеваешь, мой мальчик? Кинул полотенце. На мое полотенце? Или нет? На Диану. Диан, на твое полотенце собака легла. Собака легла на твое полотенце, Алексей. Убери ее. Это что такое, Никита? Она не кусается. Она не кусается. Сереж, его надо одеть. Посмотри, какой закат красивый. Витя перетащил детей на другую сторону. Это они вот так обошли? Да. И они там кайфуют. А мы идем в море купаться, пока не потемнело совсем. Все, дети возвращаются обратно. О, собака сейчас обратно тоже будет переплывать. А эти, смотри, как смотрят. Пойдем купаться в море. Владик, потом в речке искупнемся и все. И будем чистыми? Да. Тут сверху камень, смотрите. Квадратный камень. Вот он. Алексей с него прыгал, с этого камня. Почему сюда раньше не приезжали? Еще главное, не хотели так идти сюда, а тут так хорошо. Здесь песочек. Давай, пойдем. Мама. Не бойся, я же с тобой. Я же с тобой. А, не такой-то тут и песочек. Да? Не бойся. Все, иди. Иди ко мне, иди. Круг не взяли ребенку. Да тут не глубоко, не бойся. Да не отпускаю. Держишься? Ты меня сейчас задушишь. Ты тут стоишь, слушай. Смотрите. Владик, иди сюда. А какие тут камни какие-то непонятные. А, ты что слышишь, они какие-то шуршавые. Мам, откинь. Нет. Откиньте меня. Откиньте. Тут очень много вода. Очень, я пошла. Диан, ты просто в речке не купалась. А, все.
Очень далеко можно стоять. Сколько тут? 20 метров, наверное, от берега. Да? Только не брызгайтесь. Не брызгайтесь. Марик, ну попросила только не брызгаться, а ты всю не делай, пожалуйста. Вон Диану ведь обрызгала, она обиделась и ушла. Я сейчас тоже обижусь и уйду. Пискля. Куда? Просто. У меня скутер был, он уехал. Сейчас я за ним попрошу. Какой кайф. Солнце садится. Вла, Алексей то есть. Накупались, замерзли. Аккуратно идите. А я побежал быстрее. Возьмите там ваше полотенце и будет тепло. Я сейчас еще здесь ополоснусь. Ты только что... Ага, а ну-ка. Ох, после моря она конкретно холодная, кажется. Упался. Собирайте палки, кто видит. Я собираю, я крупный. А палки. Я не могу собрать. Не можешь. Сразу много дров не кидайте. Аккуратно. Папа, иди сюда. Как тут тепло. Смотрите, как по дороге сколько собрал. Просто по дороге шел. Полотенце. Марик, вон там полотенце тоже на лавочке вытрись. Как хорошо. Сережа вообще ни разу не искупался, дурак. Серый лошпед так и не искупался, иди сюда. Сереж! Проснись и пой, проснись и пой. А, уносит течением. А, уносит. У вас еще есть 10 дней, чтобы записаться на гитару, честно? Все решено. Правильно, у него есть ритм, пусть играет на гитаре. Все, разрешили вопрос. Все, татуировки у вас уже есть. Что ты делал? Марик, вот так делал пальцы, я тебя видела? Ну ты вот так что? Марику надо на бас-гитару, потому что как басист играет. Это я сделаю, сдадите свою мальчиковую группу. Я как это бой, сделал? Бой, бой, бой. Не знаю как. Я еще раз хочу. Аккуратно, Максим. Что? Пап, как я это делал? Я сам не знаю, как ты это делал, мне самой это интересно узнать. Если честно. Вдвоем нельзя, смотри. А Серый куда делся? Так, пошли они сумки нести. Уже свет везде горит. А можно и туда записаться. На пианино и как это фортепиано. Нет, нет. Салфетки.
целовались ночи напролет. Под шум прибоя. Я хочу на гитаре. Это лето мне вернуть уже. Я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Парус в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобой влюблены. Только мы одни. Ялта, август, и мы с тобой влюблены. Но расстаться нам с тобой пришлось. Кончилась путевка, и вагон плацкарты меня нес в новую каховку. Не забуду ночи при луне и твою улыбку. Крытву подарила мне, а на той открытке я. Парус в этом мире только и одни. Ялта, август, и мы с тобой влюблены. Ялта, парус в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобой. Ой. Я вхожу с тобой. Дети, не балуй. Сатаналя, сейчас, секунду. Не балуй. Она руки вверх. Она. А я не все руки вверх, я только дианка. Вот. Видишь меня в последний раз. Я ухожу. Увидите, это пришлось знать. Спустя любовь, что была у нас. Сердце твое мне угасает, ты не изменишь, не предашь, ты не соврешь про то, что было, узнает все ребенок наш. Как я любил, как ты любила, ты назови его, как меня, и так люби, как меня любила. И подари все, что есть у меня, всю теплоту, что в душе хранила. Мне нелегко, тяжело сейчас, без твоих глаз, без твоей улыбки. Пусть нахожусь далеко от вас, так я плачу за свои ошибки. Каждую ночь вспоминаю дом. Сердце тоска и совсем не спится. Бога молю только об одном. Пусть мне сынишка наш приснится. Ты назови его, как меня. И так люби, как меня любила. Дари все, что есть у тебя. Всю теплоту, что в душе хранила. В темном вагоне пустота за людьми. Лишь за окном листва кружится. Вместе с листвой пролетят года. А наша любовь не повторится. Но ты не изменишь и не предашь. И не соврешь про то, что было. Узнает все ребенок наш. Как я любил, как ты любила. Ты назови его, как меня. И так люби, как меня любила. И подари все, что есть у тебя. Всю теплоту, что в душе творила. Собака, ты ко мне тоже пришла уже. Она добрая. На.
Да. Это такая сладкая. Да, ушла, да. Да, он, это очень добрый. И я опасен, и очень скоро еще минутка, и доверяю. Мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Где мои слова? Когда мы вместе, никто не круче, но это просто чуть-чуть еще повыше. И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер. Моя смешная, моя сквозная, до скорой встречи. До скорой встречи, моя любовь тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя ластори, короче ночи, смотрю на время. Ты беспонтово, мотаю счетчик, такси на севере. И я не знаю, я теряю вчерашний вечер. До скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. До скорой встречи. Изменяешь Бончик. Нет, хорошая собака, такая добрая. Все будут рады мне всегда. Всегда. Вот так лещина. И не спросят. Притормози. Найти. Сейчас найдем. Нет, Дианочка, мы если идем, то идем купаться. Не будем рассказывать, как мы будем купаться. Это секрет. Что такое? Пока дрова соберу, раскупаться не будет.
Мы нашей женской компанией накупались в море голышом. Непередаваемые ощущения. И сейчас уже потихонечку будем собираться. Там Никита еще спит до сих пор. Воздухом надышался свежим. Фонарь уже потихонечку садится. А? Что? Шикарный день, просто вообще замечательный. Что, Максим, ты там делаешь? Угольки? Да. В ответ вам хочу сказать, чтобы те положительные эмоции, которые вы получаете здесь сейчас, чтобы вы получали в жизни в дальнейшем, чтобы вы передавали их своим детям, своим друзьям. Никита у нас до сих пор еще спит. Я просто не знаю, что с ним такое случилось. Вот оставили Лену со Стасом в гостинице и едем дальше. Тут такие ямы.